Фоменко Ксения, Сергей Михалков, «Прогулка». Мы приехали на речку воскресенье провести, но свободного местечка возле речки не найти. Тут сидят и там сидят, загорают и едят, отдыхают как хотят сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли, но на солнечной полянке тут и там пустые банки, и как будто нам назло даже битое стекло. Мы по бережку прошли, место новое нашли, но и здесь до нас сидели, тоже пили, тоже ели, жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. «Эй, ребята!» — крикнул Дима. «Вот местечко хоть куда! Родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, распаковывай багаж!» Мы купались, загорали, жгли костер, футбол играли, веселились как могли, пили квас, консервы ели, хоровые песни пели, отдохнули и ушли. Но остались на полянке у потухшего костра две разбитых нами склянки, две размокшие баранки, словом, мусора гора. Мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти.